Всем доброго времени суток. На ваших экранах очередной мой видеоурок на различные элементы флиппинга. И сегодня речь у нас пойдет о таком элементе, как Y2K Handle Switch. Выглядит он вот так. Элемент среднего уровня сложности. Требует освоения твёрла. Перейдем к выполнению Y2K Handle Switch. Стартовое положение для этого элемента такое же, как и у Y2K. Однако выполнять Y2K Handle Switch можно как и за опасную, так и за безопасную рукоять. Для примера разберем выполнение элемента за опасную рукоять. Итак, держим нож обратным хватом за опасную рукоять. Выполняем Y2K, однако ловить безопасную рукоять будем большим и средним пальцем. Вот так. Получаем вот такое положение. Далее ставим указательный палец на безопасную рукоять рядом со средним. Закидываем опасную рукоять и клинок на указательный палец. Далее поддеваем безопасную рукоять большим пальцем, так же как и в твёрле, и переводим нож в вот это положение. Отсюда, используя инерцию от предыдущих движений, закрываем нож. Вот здесь и проявляется вся суть данного элемента. Он является одним из способов перевернуть нож из такого хвата за опасную рукоять, точно такой же за безопасную. Вот и весь элемент.